Здравствуйте, друзья! Это канал «Веселый инженер». Меня зовут Андрей, и в этом выпуске мы поговорим на тему, почему гудит подшипник. Рассмотрим самые распространенные причины, почему это происходит. Также визуально рассмотрим, что происходит внутри, когда подшипник уже начал гудеть. А на случай, ребята, блокировки Ютуба в России, подписывайтесь на все мои социальные сети, которые будут ссылочки сразу же под видео. Это поможет нам дальше работать и не потеряться. Итак, давайте начнем. Когда возникает гул подшипника и что это значит? Естественно, есть различные конструкции подшипника, но есть всего три основных причины, почему он начал гудеть или в некоторых случаях издавать какие-то специфические звуки, которые никак не связаны с его работой. Итак, когда шум возникает сразу после начала эксплуатации или после замены подшипника. Когда же происходит, в чем причина, почему некачественный подшипник или его монтаж? Ну, естественно, в процессе монтажа подшипника могут допускаться какие-то погрешности. Могут быть перекосы, может быть неправильный натяг в случае конических подшипников. И все это влияет на его работоспособность, долговечность и, конечно, может вызывать шум. Также это может быть некачественный подшипник, поэтому сразу же после его установки и начала эксплуатации он будет работать неправильно. Следующий вариант, когда большой пробег и срок эксплуатации подшипника. Почему расчетный пробег подшипника превышен? Соответственно, у каждого подшипника есть ресурс работы, да, он измеряется приблизительно в километраже, а вообще на заводах его закладывают как количество циклов, то бишь оборотов подшипника, да, в том или ином варианте. Если вы данный пробег или количество циклов превышаете, то подшипник уже может выйти из строя. Конечно, он может выйти намного позже, да, то есть есть определенный запас прочности, если вы аккуратно эксплуатируете этот автомобиль, или немного раньше, но приблизительный срок все-таки есть. И третья причина: шум возник в процессе эксплуатации, но первые два условия не выполнены, то есть он установлен правильно, подшипник качественный и пробег еще не превышен. Значит, здесь третий вариант, и причин тут очень много. Смотрим следующий слайд. Итак, причины возникновения гула подшипника. Разберем самые популярные и самое, что сказать, не на есть на поверхности. Да, конечно, любой гул возникает в процессе того, когда подшипник ваш вращается. Если он стоит в спокойном состоянии, то, естественно, никакого гула и быть не может. Итак, первое. Вода или грязь попали в подшипник или сальники, которые его защищают. Тогда может быть определенный звук, скрип, скрежет или же, конечно, небольшой гул. На рабочую поверхность попала стружка от поврежденных деталей. Бывает, что сопрягаемые детали или какие-то детали вообще в узле, которые работают, немного повреждаются, получается какая-то микрострушка, она попадает в подшипник, и так как подшипник работает без зазоров, ну, в определенных, как говорится, пределах, да, то есть он не имеет практически зазоров между роликами, шариками и наружным и внутренним кольцом, то, естественно, попадание какой-то стружки, она там напрессовывается на рабочей поверхности и, получается, вызывает негативные звуки. Недостаточная смазка в сепараторе. Естественно, смазка формирует определенную рабочую пленку, которая помогает продлить долговечность, а также обеспечивает надлежащую работу на высоких скоростях и вообще работу трущихся между собой поверхностей, коих в подшипнике достаточно много. Повреждения механического характера, то есть могут разрушаться какие-то, к примеру, деформироваться сепаратор, могут разрушаться ролики или наружная внутренняя обойма в зависимости от выполнения всех трех, допустим, предыдущих, да, что мы обозначили, либо от каких-то других дефектов, которых тоже, поверьте, уж не из опыта предостаточно.
Ну, далее мы рассмотрим фотоматериалы, и все станет понятно. Неравномерное распределение нагрузки на подшипник, конечно. Нагрузки, подшипник выдерживает определенные нагрузки в определенных направлениях. Если подшипник радиальный, но он испытывает осевые нагрузки, или хотя бы небольшие осевые нагрузки по каким-то причинам, то, конечно, он будет работать неправильно и поначалу начнет гудеть, а в скором времени вы и просто обратите внимание, что он больше не работает. Давайте посмотрим, почему гул и что внутри подшипника происходит. Смотрите, вот, допустим, если взять сепаратор, да, с роликами, видите, есть такое вот механическое разрушение ролика. То есть часть ролика выпадает, и, конечно, этот ролик, когда вращается с большой скоростью, даже если он катится по целому кольцу опорному, да, подшипника, то все равно он не может уже катиться гладко, и он начинает потихонечку гудеть. Вот так выглядят дефекты на внутреннем кольце подшипника, по которому, в принципе, может кататься вот такие вот шарики. Такое может встречаться на внутреннем, наружном кольце, где угодно, такие различные выработка, дефекты, может быть, за счет смещения какая-то неравномерная выработка, и в этом месте могут пробегать подшипники с определенным шумом, могут быть сколы и разрушение как наружного, так и внутреннего кольца. Часто задают вопрос, если загудел подшипник, можно ли его дальше эксплуатировать? Эксплуатировать какое-то время его можно, но на 90% я уверен, что лучше его заменить, дабы избежать каких-то серьезных повреждений, заклинивания, проворотов и, не дай бог, аварий, которые происходят, к сожалению, очень часто по вине таких вот разрушений в подшипниковых узлах. На этом все, друзья. Надеюсь, видео было интересно. Спасибо за просмотр. Не теряйся, переходи в социальные сети. Даже если заблокируют, я буду продолжать делать качественный контент. Всего хорошего. Пока-пока.